Жители жилого комплекса в Алматы утверждают, что застройщик не выполняет свои обязательства и нарушает их права. Говорят, что купленные квартиры им позиционировали как жилье комфорт-класса с оплаченной парковкой. Но сегодня оно приходит в упадок, плохо обслуживается управляющей компанией, а парковку и вовсе могут забрать под городские нужды. Жанар Канафина выслушала все стороны и расскажет подробности. Жильцы этого дома утверждают, что купили квартиры по цене на порядок выше обычных в Алматы, заплатив и за парковочные места. Мы взяли данную территорию, данные квартиры себе с целью, чтобы был у нас закрытый двор, чтобы наши дети могли спокойно выйти во двор, могли спокойно выйти за пределы ЖК. Но оказалось, это не комфорт-класс, а эконом-класс. Нам никто не говорил, когда покупали, что будет улица, пробивка будет пробиваться, улица Улухбека и красные, за красной линией. Вот это футбольное поле и вот этот парковочные места уже не будет тогда. Сейчас вдоль улицы припаркованы автомобили жителей микрорайона. Однако городские власти планируют прокладывать новую дорогу, и парковку придется убрать. Завтра, когда эти две улицы станут уже движущимися и главными улицами города, у нас вообще не останется никакой парковки. У нас тогда в данном случае у нас просто-напросто заберут закрытый двор. Глава управляющей компании сообщил, что при проектировании жилого комплекса ни о какой пробивке дороги речи не было. На момент проектирования то, что здесь будет пробиваться улица, ни одного письма, ни акимат, никто другой нам не предоставил. Архитектор района утверждает, застройщик обо всем знал, поэтому и парковочные места с этой стороны улицы не были предусмотрены. В проекте детальной планировки она у нас имеется, пробиваем улицу Улухбека. Также и в новом проекте детальной планировки тоже были предусмотрены и учтены. И на сегодняшний день лишь ожидается постановление. Стояночные, наземные стояночные места, они были тоже также предусмотрены, но не в пределах красной линии. Обещанное как комфортное жилье, сегодня сплошной клубок проблем. Люди считают, что в этом вина не только застройщика, но и управление архитектуры города, чей бывший руководитель сейчас на скамье подсудимых за нарушения в работе. Кстати, обманутые жильцы тоже намерены добиваться справедливости в суде. Жанар Канафина, Сагындык Нарыков, Алматы, Первый канал, Евразия.